Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» представил свой новый логотип. Этот сезон будет для нашего клуба юбилейным, 10-м. Юбилейный логотип выбирали сами болельщики из предложенных вариантов. И вот итоговый. Это важно, это, так можно сказать, как лицо команды. Это первое, что видят, когда уже открывают какой-то сайт, там посмотреть что-то. Логотип сразу первое, что бросается в глаза. Когда это Нижний Новгород, ты представляешь какой-то рисунок, лого, это реально важно. Это бренд, который нужно продвигать и развивать. Болельщики сделали свой выбор, значит, они должны болеть. А команда, я думаю, что несмотря на то, что новый логотип, новый состав будет продолжать демонстрировать ту боевую игру, которую привыкли видеть болельщики. И надеюсь, что результаты вырастут, и хотелось бы уже повыше в турнирной таблице, чем были результаты в предыдущих сезонах.